Я люблю тебя. Скажи еще раз. Я тебя люблю. Вы арестованы за убийство Ролана Леграна. Это ошибка. Я был с ней всю ночь. За мной. Мотылёк! Меня подставили. Эй, ты мотылёк, да? Деньги есть? Найди. Без них не убежишь. Луи Дега. Миллионер. Долго не протянет. Дружище, ты попал по-крупному. За небольшую сумму я тебя прикрою. Защити меня, и тогда я помогу тебе сбежать. Что-то мне подсказывает, ты можешь за себя постоять. Вы собственность управления административных учреждений Французской Гвианы. Отсюда не сбежишь. Выход есть всегда. Знаю, многие из вас замышляют побег. Это и есть твой шанс. Можете пытаться бежать сколько угодно. Я должен пойти с вами. На страже всегда находятся два надзирателя. Чищоба, где лучший исход для вас — голодная смерть. Или можете выбрать море. Зачем он нам? Он мой друг. Акулы всегда на чеку. Если выживете после первой попытки, получите 2 года в одиночной камере. После второго раза — пожизненное на острове Дьявола. Там творятся странные вещи. Особенно с теми, в ком не угасла надежда. Если я выберусь отсюда, стану совершенно другим человеком.